оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома и без помощи интернета. Благодаря новшеству Люберецкого городского жилищного треста теперь возможно и такое. Управляющая компания организовала поквартирный сбор оплаты для тех, кто не может покинуть свой дом. Здравствуйте. Это волонтеры, мы пришли за оплатой за коммунальные услуги. Из дома только на прогулку с Федей. Екатерина Зайцева строго соблюдает режим самоизоляции. С покупкой продуктов помогают дети и внуки. Просить помощи для платы за коммуналку люберчанка не стала. Воспользовалась новой услугой ЛГЖТ – мобильная касса. Многие уже в таком возрасте, которым даже тяжело просто без пандемии пойти и заплатить. Вот. А в это время, конечно, это очень отлично. Я, может быть, и сама бы пошла бы заплатила, но... У меня контроль дочери и внучки еще, да. Они звонят и спрашивают, ты сегодня выходила? А врать это некрасиво. Заказать оплату квитанции за услуги ЖКХ на дому можно, обратившись в соцзащиту или на круглосуточную линию единой диспетчерской службы. В удобное для жителя время придут сотрудники Люберецкого треста вместе с волонтерами. Они строго соблюдают меры безопасности. При необходимости выдадут маску и плательщику. Еще один бонус такого расчета – не взимается комиссия, а оплатить можно как картой, так и наличными. Большое количество граждан на сегодняшний день переживает, паникует за то, что у нас ходит этот вирус, и есть возможность безопасно оплатить. Для этого была запущена мобильная касса. Люди пожилого возраста, старше 65 лет, пенсионеры, чтобы не выходить, чтобы не подвергать их опасности. Если все же выйти из дома представляется возможным, оплатить коммунальные услуги можно в кассах приема платежей по будням с 8 до 17 часов. Они открыты в 9 ЖЭУ. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.